Первые ростки на полях сегодня радуют дыхкан в Карасуйском районе. Здесь уже вовсю идут полевые работы. Начали пробиваться зимы ячмень и пшеницы. Также дыхкане торопятся посадить и другие культуры. Дыхканин Бекен Дилдошев решил засеять свое бывшее арбузное поле люцерной. В этом году я решил выращивать кормовые травы, так как в прошлом году была их нехватка. У нас несколько дыхкан решили так сделать. Доход должен быть неплохой. Сейчас примерно 250 сомов стоит тюк кормовых. Сейчас дыхкане выходят в поля вместе с восходом солнца. Земля, говорят, уже готова к обработке. Давно готовы также и семена, удобрения и техника. Мы уже проверили всю технику, тракторы, все готово. Работа в полях уже началась. Вот уже неделю. Сначала будем сажать зерновые, потом хлопок. Работа весной идет непрерывно, на технику уже очередь. Она есть не у всех. В этом году в аграрных районах Ошской области весенние полевые работы стартовали аж на полмесяца раньше, чем в прошлом году. Для дыхкан в буквальном смысле слова наступила жара. В Араванском районе торопятся посадить ранний картофель, в Карасуйском – зерновые культуры. Из 12 тысяч гектаров пашни по области уже засеяно 550 гектаров. По программе развития сельского хозяйства дыхкан уже начали обеспечивать средствами. Уже порядка 700 заявок от фермеров поступило в Айлбанк. Из них порядка 200 – кредиты на полевые работы. Еще 500 заявок на кредиты в области переработки. На общую сумму в 35 миллионов сомов. Надеюсь, что на следующей неделе дыхкане уже начнут получать льготные кредиты. Всего в этом году в Карасуйском районе посевные площади под зерновые увеличивают на 500 гектаров. Также больше посадят хлопка на 440 гектаров. Гульдян Руматкыл, Самара Асанова, Нурбол Таланбекулу, ЛТР, Ошская область.